Привет. Всем привет! Мы сегодня продолжаем собирать коллекцию тузиков. Да. Тузисов. Маленьких таких игрушечных, да, там, питомцев. Да, вот так. Да, вот такие маленькие пакетики. Внутри два питомца. И нужно нам собирать пару. У нас всего лишь только 4 пары собралось, да, интересных. И есть еще, конечно, разнообразные. Что, открывай? Возьму. Ну, давай другой. Вот. Что там попало? Давай я буду пакетики отрезать. Ой, сразу. Один. В смысле один? А, один. О, ты взял. Давай. Маленький. Ты там взял. А ну, лисенок. Лисенок? Ну, такого лисенка у нас еще нет. Будет ждать своего пару. А ну давай инструкцию посмотрим, кто ж у него в паре. Может, у нас есть такой? А, тут просто очень классный. Да, точно. Поэтому кто-то рисовал. Вот он, наш лисенок. У него в паре такой синенький. И кто еще попался? Давай. Жираф. Вот такой. Ой. Маленький. И попался вот такой жирафчик. Ну, у нас пары пока нету ни одного, ни второго. Пока ставим в сторонку. Пока... У нас там другие есть. Да, пусть ждут своей пары. Давай, я открываю следующий. Ой. На, открывай. Кто там? Близняшки. Да, уже две. Давай. Попался нам второй такой птенчик. Опять. Ну, опять будут ждать. И опять котик. Да. Ну, открывай. Ой. Следующий. Будем потом меняться с друзьями. Да. Пусть ждут. Открывай. Ну, надо отрезать. Отрезать? Вот. О, видишь? Какие-то разные упаковки. Давай, я отрежу. Да, тут котик. Да. Подъезд. Смотри, что там попалось. Соберем мы сегодня еще какую-то пару или нет? Повтор. Маленький тигренок. Повтор. Носки. Ура, у нас барашки совпали, да? Давай покажем. Вот. У нас еще одна пара. Пара барашек. Сейчас посмотрим, хоть это они те или не те. Барашки, барашки, барашки. Барашки те. Да. Вот эти барашки. Это взрослая, это Дарынка, а маленькая это Долли. Опять болт. Да, птенец. Ну пусть там стоит. Так, барашка поставим сюда. Этого уберем. И барашка поставим. Не горите. Не туда. Так, что там попалось? А ну, показывай. Кто у нас силы? Нет, пока ты... никто. Показывай, показывай. Кто это? Давай смотреть. Кто это такой? Носорог. Мальчик-носорог. Вот такой да мальчик. Вот такие маленькие же двери. Как его зовут? Сейчас посмотрим. Ната. А, это даже не мальчик, это девочка-носорог. Да, ну мы ее ставим, будет ждать свою пару. Что у нас там еще? Давай. Повтор. Покажешь повтор, кто это? А то ты так прячешь сразу, не видно ж ничего. Нам попался жирафчик маленький. Эй, ты не то взял. Жирафчик, ну это покажешь. Ты не то взял. Тот. Кто теперь? О, кто это такой цветной? С такой интересной шапкой. Какой-то попугайчик. Мы сейчас посмотрим, кто это. Это, наверное, птенчики. Это девочка Татьянка. Я так и знала, что это девочка. Птичка. Опять же без пары. Ждет свою пару. Ой, падает. Ну, что там?
Потом лисенок. Показывай. Ну, не лисенок, это, наверное, енот. Да, у нас в предыдущей съемке попался такой енотик. Пока ждет. Но это уже повтор. Давай я отрежу. Дайте. Итак, кто это? Слоник. Точно? Нет. Точно слоник? Ну, сейчас посмотрим. Ну, конечно, похоже на слоника, но мы сейчас проверим. Сафари. Да, опять это девочка. Девочка Сони. Соня. Она же слоник. Пары нет. Ждем совпадений. Ну, открываешь, нет? Ну, давай я тебе открою, ты говори. Только не спеши. Так, открывай, что там внутри. Ну что, ты открываешь? Внутри тесто. Не-не, внутри какие тузисы нам показывают? Инструкция же везде одинаковая. Это кто, показывай. Сейчас я найду. Нет, давай сначала по инструкции посмотрим. Еще. У нас какой-то маленький пингвинчик. И опять котик. Ну ты ж покажи. А, третий котик. Пингвинчик. Кто у него в паре? Черный пингвинчик. Это пингви. Вот он. У него должен быть мальчик Назарчик. Ну, ждем, пока он появится. Так, открывай, что здесь. Итак, что нам попалось? Что-то новенькое? Это какая-то пчелка, наверное. Сейчас проверим по инструкции. Так, ищем пчелку. Где же наша пчелка? Пчелка, пчелка. Так, пчелка. Что-то не могу найти пчелку. Ага. Это Артурчик. У нас такого нет. Вот Артурчик, а это Жужу. Тоже без пары, пока ждет. И второй наш питомец, который попался. Это не питомец. Подожди. И второй питомец, это вот... Это что? Не питомец. Это, наверное, Юля. Тигренок. Вот он, этот тигренок, Юля. Тоже у нас пока без пары ждет. Пока что-то попадется. Ставим отдельно. А ждать будет своей пары, да? Да. Так, ну что нам в этот раз попалось? Высыпай. Что-то новенькое? Кто это? Папа, лисенка. Ну, сейчас посмотрим, лисенок это или нет. Так, это не сафари, это не веселые друзья. Пухнасти. Да, это Петрик. А, и должен быть муркотик. Но муркотика у нас тоже нет. Ну, это какая-то кошечка. Что у нас из маленьких попалось? Мишка. Что-то у нас сегодня в разнобой. Да, это Ума. Должна попасться Марьянка. Пока у нас тоже еще нету. Открываем следующую коробочку, да? Так, что у нас тут попалось? Пчелка. Ну да, у нас такая пчелка была уже. Уже дубль. Ставим его в ожидание. И кто у нас? И опять енотик. Маленький енотик. Тоже у нас такой есть. Ожидает своей коллекции. Своей пары. Что-то у нас мало совпадений, все разные. Очень много и все не разные. Кто там попался? Какой-то интересный питомец. И опять енот? А ну покажи. Сегодня у нас аж три енота попалось. Вот это да.
Нет, три. У нас один был, еще три попало. Сейчас посмотрим, кто же попался у нас. Это Зоя. А, это змея. Зоя. Еще должна к ней в пару попасться змейка. Вот это да. Вот такие нам тузисы попались. Мы будем ждать, да, следующего, следующей серии. Дальше попробуем собрать еще. Да. Сколько у нас еще? Много надо? Да. А сколько у нас есть попарно? Посчитай, сколько у нас тут пар? Раз. Два, три, четыре, пять. Все, все остальное распарованное, да? Да. Ну тогда до следующих встреч. Да, пока-пока. Если понравилось видео, то ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал. Да. Пока-пока. До следующих встреч. До свидания.